Носик курносик пришел. Добрый вечер всем. Или утро. Открываем дверь и смотрим на нашу красоту. Носичек, курносичек. Какой-то спухший у тебя нос, там, я не знаю, ухо выдранное. Но по этим всем, по всему вот этому можем мы эту красоту наблюдать и понимать, кто пришел. Да, я знаю, мой дорогой, ты хочешь покушать? Этого же, конечно, надо кормить, мой маленький. Я тебя люблю, да. Иди, зайка. Холодно, дождь. Ну на, царапаешь. Кушай. Все тебе там. Высыплю. Кушай, мой дорогой. Давай скорее, пока не пришли конкуренты. Давай кушай, мой хороший. Что, уже кто-то там есть? Уже услышали, что я окно открыла? Да, кто-то. Там, видно, еще пробирается нам. Давай ешь скорее, не обращай внимания. Носик, курносик, давай, мой хороший. Кушай, кушай. Я тебе печеньку даже приготовила. А ты смотри, какая у меня печенька есть. Хочешь? На, мой хороший. Так и мальчик чудный. Или девочка, я не знаю. Где что-то его позацелуешь, это мальчик. Разносик, курносик. Сам собой назвался. Вкусно? Да. Вот так они каждый вечер или утро, или ночь приходят один за другим. То Дуня, то Ракуша с Айгушонком, то Айгушины детки. Вот носик, курносик пришел. Да, вкусно. Так мы их всех постепенно накармливаем, чтобы не голодали. Никому голодать не хочется, правда? Ой, как я вкусненько хрумкала. Игрушечка лежит. Видно, они ее перекатывают по балкону. Катают. Идет дождь у нас. Противная погода вообще. Март месяц. Что, мой хороший? Ты опять хочешь печеньку, да? Ну, смотри, могу еще одну дать и больше не буду. Только потому, что ты уже давно ко мне не... Вот, кто-то еще идет. Кто-то идет к нам еще. Кто ты? Только не ругайтесь, я вас очень прошу. Не ругаться. А, свои. Да, свои. Ну, слава богу. За свои. На, маленький, на. Кто там? На. Вот так. Угощайтесь. А красивенькое какое. Тут такой уже темненький, а этот серенький такой красивый енотик. Это подружка, наверное, его. Подружка. У нас енотики. Маня пришла. Кошка наша. Тоже гуляет. Мышей ловит. Ну что, мои хорошие. Да. Понюхали друг друга и дружненько кушаем. Не ругаемся. Мы дружные ребята. Знаешь, чистенькое такое, аккуратненькое. Боже, какое чистенькое. И ушки целые, и носики целые. И да, кушай, не бойтесь. Кушайте хорошо. Ветер какой у нас, ветер. Все листики вот так шевелятся.
Половина восьмого вечера. Таких два у нас карапуза тут пришли покушать.